Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ по восьмому каталогу Faberlic плюс новиночки девятого. Итак, поехали. Что-то тут будет с распродажи, что-то беру впрок. Давайте по порядочку. Так, что это у меня? Девчонки, я запаслась, девчонки-мальчишки, серии Аромио. Она снова появилась на складе. И я взяла все имеющиеся в наличии спреи, потому что я их очень люблю, их просто обожаю. Они очень круто пахнут, безумно вообще все. И у нас только три было в наличии. Появились некоторые масла, появились аромодиффузоры. Поэтому, конечно же, хватанула каждого по одному хотя бы. Вдруг опять выведут. Ароматы потрясающие. Я их использую как освежители воздуха. Давайте начнем. Счастье. Это артикул 180. Надеюсь, на ваших складах тоже появилось, потому что многие девчонки прям интересовались и боялись, что выведут из ассортимента. Я уже счастье, мне кажется, давно не брала. Ой, счастье. Это яркий, вкусный, насыщенный, парфюмированный аромат. Здесь, ну, крутая композиция. Это прям вот, знаете, он вроде такой насыщенный, яркий, сладковатый, но на лето тоже вполне себе подойдет. Чувствую цветочную одушку и легкость, вот эту свежесть какую-то, не знаю, классный. Дальше позитив, артикул 167. Открываем. Сейчас позитив потестим, освежу свои впечатления, заодно вам расскажу. Позитив классный, он у меня, кстати, недавно закончился. Я здесь чувствую аромат свежескошенной травы слегка, почему-то вот в последнее время. Изначально у меня такого не было, но вы знаете, наши вкусовые сосочки, они могут каждый месяц по-разному нам описывать один и тот же аромат. Зелень чувствую, вкусный, тоже классный. Зеленушечка, вот прям зеленушечка, но тоже такой достаточно насыщенный, сладенький, интересный. Артикул 164. Цена вопроса как бы смешная, потому что вот пару пшиков хватает буквально, чтобы полдня в комнате держался классный аромат. Так, артикул 164, это у нас с вами энергия. Энергия. Я помню, что очень ее любила. Здесь какие-то нотки чистоты чувствую, плюс вот эта вот богатая композиция, где невозможно выделить одну ноту. Вот ее просто невозможно. Тоже нереально крутой. Они все нереально крутые. Кто не пробовал, прям очень рекомендую. Можно на постельное белье, на шторки побрызгать, на чехлы там на какие-то. И вот этот аромат, он очень крутой. Дальше взяла в распродаже остатки сладкие Ксюшки, ее любимый спрей Dream Therapy. Он у нас с вами идет там с мелатонином. Я все время забываю, девчонки, да. И с лавандой. Расслабляющий мист для сна. По 100 с чем-то рублей он в распродаже, остатки сладкие. 25-59 артикул. И он тоже очень классный, но достаточно ярко выражен аромат. Прям вот на любителя. Поэтому надо пробовать. У меня Ксюшка с ним засыпает. Отзывы вообще противоречивые. Даже вот в комментариях вы пишете, кому-то вообще никак, а кто-то прям распыляет и засыпает. Не знаю, от чего это зависит, но тем не менее он действительно рабочий. Действительно с ним расслабляешься, засыпаешь, он обволакивает тебя. Дальше, девчонки, взяла вот такой охлаждающий пластырь, потому что сейчас лето, потому что это очень актуально. Во-первых, если перегрелся на солнце, у нас уже жара 27-28 градусов. Во-вторых, температура. Расскажу вам недавнюю историю своей жизни. У младшей дочери случился ОРВИ, и, в общем, она трое суток с температурой. И на ночь я ей давала жаропонижающие препараты, поднималась, потому что высоко, к 40. А с утра и до вечера не давала. Я пользовалась вот такими охлаждающими пластырями. Действительно помогают, действительно сбивают температуру. И ребенок в 3 года вполне себе лежит с этим пластырем на лбу. Ей приятно. Она лежала, смотрела мультики. Вещь рабочая, вещь классная. Поэтому взяла 2 штуки в запас. Артикул 910-104. Что они из себя представляют? Там такая... Каждый пластырь, здесь 5 штук в индивидуальной упаковке, мы достаем пластырь, мы снимаем защитную пленку, и там такой синий гелевый такой субстрат, который мы приклеиваем на необходимое место, ну, в частности, в основном на лоб, да, а вообще действует в течение 8 часов, то есть она с ним полежала, мы этот же пластырь через несколько часов опять ей приложили на лоб, и он был еще холодный, то есть он работает много часов, а так они одноразовые, облегчает состояние при жаре головной боли, вот при головной боли тоже хорошо очень, от теплового удара, вот сейчас летом очень актуально, поэтому прям советую присмотреться. Ожоги и так далее. Состав здесь гидрогель, мята, нетканный материал, барнеол, вода, кому интересно. Так, едем дальше. Дальше по VIP-программе, что себе взяла любимый.
Так, я себе взяла, девчонки, как всегда, парфюм для стирки, вот такой вот зеленый в гранулах, вещь очень классная, тоже рабочая, 308,46, рассчитан на 20 стирок, но я могу и на большее количество растянуть, так что в зависимости от загрузки барабана. Работает, действительно работает, активируется при движении, то есть встряхиваешь чехол, допустим, на диване, так он не пахнет, а встряхиваешь и начинаешь чувствовать аромат парфюма Faberlic, хотя стирала месяц назад его, грубо говоря, да, стираюсь с ним полотенце, постельное белье и вот всяко разное чехлы. И взяла солнцезащитный крем, один из по VIP-программе, потому что они не бюджетные. Я брала, по-моему, несколько, забыла какой. Вот этот, наверное, для лица, что ли. Взяла 50 SPF ку себе и детям. На море потихоньку закупаюсь, потому что у меня, допустим, муж и дочь старшая, они сгорают моментально, поэтому вот им прям надо 50. Артикул 2780. Средства на самом деле на море хорошие. Вот в повседневной городской жизни нет, мне не нравится, жарновато. А на море очень даже. Тем более в своем интернет-магазине лучше взять, чем где-то еще. По VIP-программе вообще, мне кажется, около 200 рублей вышло. Так, и взяла это себе шестерку SPF. Это у нас с вами масло-спрей для загара, шестерочку. Я, наверное, первый день только пользуюсь там 30-кой, 15-кой, а второй, может быть, а потом уже пользуюсь вот такими вот средствами, потому что я, в принципе, человек, который не обгорает практически, загорает хорошо, поэтому вот такие вещи вот люблю. Так, дальше едем. Набрала себе косметики для дома, вся позаканчивалась. Это у нас с вами средство для туалета, гель очищающий, морская свежесть, который меняет цвет при соприкосновении с водой. Артикул его 302,92, да. Работает тоже прекрасно, на ура. Я заливаю все как следует, прохожусь ёршиком, оставляю на 5 минут, прихожу, смываю, у меня все идеально чисто. Дальше взяла средство для очищения ванной комнаты, вот такое, морская свежесть. Артикул 302,21. Очень нравится, это прям, знаете, такая тяжелая артиллерия, может повредить ванны чугунные, акриловые нет. Я пользовалась на акриловой ванне на старой квартире, да, и абсолютно не повреждает акрил. Но, опять же, я не держала, конечно, по полчаса. Здесь вообще в инструкции 5 минут. А вот чугунные ванны съедают краску, поэтому здесь больше 5 минут держать нельзя. Я прикручиваю сюда распылитель, который тоже есть в нашей компании Faberlic. Крышечку выкидываю. С помощью распылителя распределяю по ванной. Беру нашу силиконовую перчатку, оранжевую, да, которая у нас в компании есть. Прохожусь как следует по всей поверхности ванной перчаткой и могу прям тут же смыть или 1-2 минуточки еще подождать. Это прям тяжелая артиллерия, а так, в принципе, мне сейчас для ванны даже больше нравится паста наша, муст-паста. Но вот это средство тоже должно быть, потому что приходит сейчас летом после улицы, после песка и прям ногами на ванну. А так как у нас уже покрытие повреждено, вот эти вот места не грязь впитывают жутко, поэтому вот эту штуку люблю и уважаю. Ультракондиционер, бальзам для белья, один из моих любимых. Почему? Потому что 0 плюсов, потому что самый классный, делает белье самым мягким. Артикул 308,56. Действительно, самое мягкое после него белье, достаточно густой. Но они по-разному приходят. Но вот этот вот как бы средней такой густоты. И одушка у него очень приятная, деликатная. Прям такая вот нежная-нежная. Действительно, как написано, прям пудровая нежность. Так, дальше взяла свое любимое средство для мытья полов, концентрированное, очищающее, потому что обожаю его за аромат. Ну и за то, что разводов не оставляет, конечно, тоже. Цветущая липа. Я обожаю этот аромат, он здесь действительно присутствует. Артикул 302,17. Я мою с ним полы, могу протирать поверхности, его не обязательно смывать. На полах действительно разводы не оставляет, поэтому вещь классная. Так, дальше взяла, у меня тут что-то прям все раскидано, так раскидано, и кое-что в пакетиках, давайте немножко пошлюшку. Вот мы тут как раз приболели немножко, а я кинулась, а у меня нет ни иммунити, ни бронха. А вот эти два чуда травяных сбора, они просто на ноги ставят за день, за два. Я деткам их завариваю. Здесь 21 пакетик в каждой упаковке. Один пакетик бронха заварю, один пакетик иммунити. И они пьют с удовольствием. Иммунити вообще очень вкусный чай. Для тех, кто привередлив относится к травяным сборам, он очень вкусный. Потому что здесь есть у нас с вами, господи, лист земляники, вот. И прям вот он такой сладенький, вкусный. Бронха, ну, как бы, ну, терпимый тоже, терпимый. Дети пьют нормально, пьют вообще все отлично. Составы просто наишикарнейшие. Бронха 156,69 артикул. Их разбирают, кстати, очень быстро именно эти два сбора. Поэтому, если любите их, тоже запасайтесь. 157,70 артикул иммунити. Их давно не было на складе, поэтому давно не брала. А так вот всегда в запасе тоже должны быть.
Дальше взяла две мицеллярочки своих любимых, малышки вербена. Они совсем маленькие, по 100 мл, но это не умаляет их способностей, потому что они очень круто снимают даже стойкий макияж, работают просто великолепно. Артикул 0987, не щиплют глазки, мицеллярки вообще супер, мои любимые. Дальше взяла на лето спрей, многим уже полюбившийся. Это у нас с вами восстанавливающий активный спрей. Артикул 0256, легендарный кислород. Очень круто его сейчас хранить в холодильнике. Я прям на дверцу ставлю и в жару распылять на лицо. То есть, чтобы кожа всегда была в тонусе, чтобы не страдала от этой жары и так далее. В общем, прям кайф. Прям кайф, кожа дышит сразу, прям супер. Дальше. Взяла... вот такую вот маску для глубокого очищения кожи. Уже потихоньку переходим на летний уход. Кожу надо очищать. Очищать ее хорошо. Себа баланс еще здесь у нас с вами. То есть эта линейка, она еще регулирует выделение себума. При длительном использовании вы будете замечать, что его гораздо меньше. То есть жирность кожи, да, 78-82 артикул. Масочка классная, мне она очень нравится, я ее могу даже как умывашку использовать. Давно не брала, но вот на лето прям самое оно. Так, распродажа по срокам годности была, девчонки, я тут что-то набрала, сейчас покажу. Мы с вами до новинок-то еще даже не дошли. Так, что у нас было с вами по срокам годности? А, вот два продукта точно. Автозагар, хотя у меня их есть несколько, но я очень люблю ими пользоваться. Я люблю быть загорелой, но последние годы не позволяю своему лицу загорать. Пользуюсь 50 SPF, потому что пигментные пятна возникают. Поэтому я пользуюсь автозагаром, хожу загорелой, но в то же время без вреда для личика. Девчонки, 50 рублей он был по распродаже по срокам годности на центральном складе. 26,95 артикул взяла себе в запас еще. По 30 рублей были карандашики из линейки Glam Team, точнее подводки. Это красная, 56,85 артикул. Она мне очень нравится, я ее люблю. Она у меня была два раза, вот эта красная подводка. И мне иногда нравится межресничку ей делать и даже стрелочки, потому что смотрится красиво. Но мне, по крайней мере, идет, поэтому я этот оттенок люблю и уже далеко не первый раз беру. А уж за 30 рублей-то тем более. Сейчас посмотрим, засохший или не засохший. Потому что все-таки по срокам годности распродажа такой красивый. Нет, все отлично. Все отлично, очень даже влажненький, мокрый. Цвет прям такой даже больше коралловый, очень освежающий. Вот эти подводки всегда храним колпачком вниз. Колпачком вниз, тогда всегда будет удобно пользоваться. Вот прям в подставочке вот так колпачком вниз ставим. И всегда она будет влажной. Дальше мужу взяла вот такой антиперспирант. 0507 артикул. Это линейка Lancelot. Очень нравится мне их аромат. Мне вообще в мужской линейке Faberlic нравится практически все. Он действительно классный. И классно, что есть мужские антиперспиранты. Вот еще у меня, да, солнцезащитный крем для детей. Его, по-моему, я взяла по VIP-программе. Это 30-ка тоже взяла. Это детский, именно 27,81 артикул, да. А кремчики, кстати, приходят вот тут все заслюдированные, прям слюда. Это очень хорошо, потому что стоять им еще до августа. Дальше взяла дневные прокладки для себя, потому что ночных нету. Разобрали, видимо, в том каталоге все по акции с анионовым чипом. Здесь 10 штук, артикул 112,89. Они классные, мне нравятся, во всем устраивают. Я больше, конечно, люблю ночные, потому что там 100% защита, да. Но и дневные меня тоже вполне устраивают. Все супер. Никаких протеканий, защита прям полнейшая. Взяла себе масочки свои любимые. Здесь у меня кафе латте и мисс Скини. Вот эти две маски из этой серии, где их три, самые мои любимые. Маски двухфазные. Два деления здесь, да. Из одного выходит вот такого цвета коричневого, с другого белого, а здесь зеленоватого и белого. Они в руке вспениваются, наносятся на лицо. 0643 у нас с вами латте, 0600 у нас с вами зеленый чай. Наносится на лицо, личико потом свеженькое, такое ухоженное, красивое, ну не подтянутое, упругое. Ну, классные прям маски зачет. Я, кстати, на два раза их делю всегда пополам. Половина с этого, с этой стороны выдавливаю, половина с этой. Не хватает на два раза одной масочки, поэтому нормально. Так, дальше у нас перевыпустили дейзики Айдео. Взяла один, тоже только мужской, потому что у меня сейчас полно их. 48 часов защиты, именно вот эти шариковые. Перевыпуск почему-то было написано. Они были в VIP-новинках. 13,91 на артикул. Что же у нас тут изменилось?
У меня, к сожалению, старого нет. По-моему, они просто вот здесь вот как бы скосили вот это все дело, да? А, то было ровно, а теперь вот скосили. И все, больше тут ничего не изменили. Пахнет, кстати, вот этот вот синенький так освежающий. Ой, шарик так только крутится, все закрутился, смазался. Освежающий такой аромат мужской, свеженький прям, классный. Так, дальше едем. Что у нас здесь с вами? Господи, уже забыла. А, вот еще, девчонки, за 30 рублей тоже. Увлажняющая, матирующая пудра из линейки It's Clear распродают на центральном складе. Артикул 66-93. Я не могла не взять за 30 рублей, честно. Поэтому давайте смотреть. Девчонки, я взяла ее больше как контуринг. Потому что я брала темный оттенок, прям вот темный. Он такой прям темный-темный, это видно, да? Я хотела использовать его больше как контуринг, потому что я пудрами практически не пользуюсь, а уж тем более в летнее время я не пользуюсь даже тоном. Но могу пользоваться контурингом, а можно использовать и как тени. Вот такой вот оттенок, он желтит, у меня на руке он сейчас желтит, и камера вам делает его гораздо светлее, он тона на 3 темнее, вот честно, на 3 тона темнее. Она и мою руку камера делает светлее, но опять это зависит от расширения вашего экрана. А, вот на руке заметно, то есть видите, вот такой оттенок, поэтому я не как пудру брала, конечно, если брать это как пудру, то это прям для мулаточек. Я брала как контуринг и брала как тени. За 30 рублей, почему бы и да, вот так. Дальше едем. Новиночки, по-моему, у нас с вами остались тут все. Достаю. У нас с вами перевыпустили серию Картерика, но я не стала ее брать, потому что у меня еще в уходе реноваж. Поэтому пока прошла мимо нее. Я не думаю, что там что-то изменили. У нас выходят в 9-м каталоге вот такие парфюмированные наклейки Шанти. Мне вообще аромат Шанти нравится. Мне наклейки понравились. Татуировки обязательно себе сделаем завтра. И в Дзене ролик прям короткий отсниму. Девчонки, я думаю, себе буду делать обязательно артикул 38-12. Они любят все такое. Давайте посмотрим. Кто не пробовал аромат Шанти, можно взять, потестировать его на наклейках. Сейчас скажу, оно не оно. Достанем. Красивые такие упаковочки. Прям под стать флакону, кстати. Упаковочка. Так. Я уже сквозь пленку чувствую, что оно. Вот такие вот тут наклейки. Наклейки, татушки, точнее, слоник. Смотрите. То есть все такое расслабляющее. Инь-янь, лотос, поза лотоса, Шанти, солнышко. Все такое вот умиротворенное. Ловец снов. Красиво. А если немножко пленочку отогнуть... Ой, даже вкуснее, чем Шанти, слушайте, пахнет. У меня есть этот парфюм, я люблю им пользоваться дома. Очень вкусно пахнут, но Шанти, ну прям почему-то, мне кажется, аж вкуснее, интереснее. Поэтому завтра будем клеить обязательно. Так, дальше у меня вот такие мимимишности. Это девчонка. Выходят вот такие бальзамчики. Если честно, я думала, что мороженка будет побольше. Но она такая маленькая-маленькая. Смотрите, как из киндера игрушечка. Так, мороженка у нас с вами 411.38. И кошечка у нас с вами 411.60. Вот. Тут все как бы пришло заслюдировано. Поэтому давайте открывать, смотреть. Вот это вот кошечки, конечно, это вообще тема. Девчонки сейчас такое любят. И не только девчонки. Я тоже люблю. А почему бы и да? Только вот этикетку опять наклеили на самом шве. Поэтому приходится пользоваться ножницами. Так, открываемся. О, о, какая красота. Смотрите, вот такой вот шаричек. О, аромат какой-то вкусненький. Не скажу, что малинка, не скажу, что ягодка. Я бы даже сказала вот такой вот. Ягодно, больше клубничный, конечно, запах. Ягодный. Пробую на руке. Оттеночка, по-моему, никакого не оставляет. Да? Совсем вот легкий-легкий вижу такой, да, розовиночка. Прям легкая-легкая. Блеска сильного никакого тоже нет, но чувствуем. Сейчас на губки нанесу. Прям комфортное увлажнение. Как пользоваться-то приятно. Сразу чувствуешь. Он сладенький, девчонки. Он сладкий. Он сладкий, это мимишность, я еще возьму. Он сладкий, да, больше малинка на вкус. Он прям сладенький такой, хочется облизываться и облизываться. Очень вкусненький. Очень вкусный бальзам. Берите, девчонки, на перекус. Вещь классная. Девчонки, я думаю, тоже оценят. Я себе еще обязательно возьму. Мне нравится такой формат. Губки сразу увлажненные, прям такие классные. И вкусно, понимаете? Так что девочкам на подарок вот так, я думаю, обязательно оценят. Так, открываю теперь мороженое. Что у нас тут?
Сняла пленочку. Вот такая вот тут красота у нас. Такая малышка. Так, открываем крышечку. Здесь уже вот такая у нас с вами мороженка. Маленькая совсем. Так, пробуем на руке. А по консистенции похож на предыдущий бальзам. Ну, тут прям тоже люденький какой-то оттеночек есть, но он какой-то такой перламутровый, что ли, не пойму. Не знаю, передает камера или нет. Так, теперь надо стирать и пробовать его на вкус. Пробую. Аромат похож на кошечку. Но какой-то более химозный, что ли. Не, кошечка мне больше нравится. Вот этот он как-то потверже, что ли. Хотя вроде на губах начинает таять. И становится тоже мягким. Он как-то потверже, да. Он тоже сладенький. Я не скажу, что это пахнет мороженкой. Это какой-то химозный аромат такой сладенький. Ну, приятный, не отталкивающий. Но вот если сравнивать с кошечкой, кошечка, она как-то помягче на губах. Она прям сразу тает, прям сразу губки такие увлажненные. Это немножко потверже консистенция сама по себе. Уместили же на колпачке это Faberlic надпись. Ну, вообще. В общем, такая прелесть. Тоже сладкий, вкусненький. Так, дальше, моя хорошая, что у нас с вами? А, еще вот праймер для век я взяла тоже 30 рублей в распродаже по срокам годности. Потому что за 30 рублей не могла не взять. 5809 артикул. Вещь рабочая, я его уже пробовала, он у меня есть. Пусть будет еще пригодиться. Можно использовать хоть как праймер на все лицо. Как он выглядит? Показываю. Вообще линейка Do The Best прям вот стоит внимания. Это вот такой вот с оттеночком. Вот такое средство с оттеночком. То есть он как консилер, но только такой, знаете, водянистый. Очень хорошо разглаживает века, кстати. Прям вот разглаживает. Смотрите, даже на руке видно, как он стер поры. Видите, вот здесь пор нет. Сейчас покажу, где. Вот здесь, видите, вот куда я нанесла, пор нет. А вокруг есть. То есть он прям очень хорошо все затирает. Просто замечательно. Мне кажется, можно вполне себе и на ту зону его использовать. Очень рабочая серия. Вот эта линейка Do The Best. Прям рекомендую всем. Дальше, девочки, у нас с вами выходят в 9-м каталоге две туши в линейке It's Collagen. Очень интересные и прям вот мега разные. В следующем ролике обязательно будем с вами тестировать. Прям сразу две нам выпустили. Давайте начнем с вот этой. Это у нас объемная тушь для укрепления ресниц. То есть она еще и ухаживающая. Артикул 55-993. А эффект кукольного объема — фибровая щеточка. Опять этикеточку нам наклеили. А я же их перепутаю. Они же одинаковые. Мне этикетку-то прям вот совсем никак нельзя выкидывать. Ну, хотя как перепутываю, у них кисти совсем разные. Просто артикул вам уже не скажу в следующем ролике. Смотрите, какая кисть. Смотрите, сколько много она выдает туши за раз. Вот прям очень много. Фокус сфокусируюсь. Видите, на кончике сколько. Я вообще с такими кисточками в последнее время не очень дружу. Но мало ли что, будем все тестить. Достаточно густая. И прям много туши выдает. Прям вот много. Смотрите, на кончике ее прям много-много туши. Такая вот интересная кисточка. Запах. Никакого не чувствую. Так, и вторая у нас с вами тушь. Артикул ее уже 56-764. И она у нас с вами объемная тушь, для, тоже для укрепления ресниц. Что тут одно и то же? Тоже объемная тушь для укреснения. Но тут эффект многоуровневого объема. Лучики, силиконовая щеточка. Вот тут эффект многоуровневого объема. Вот такой я вот люблю. Вот такой люблю. Если здесь у нас просто кукольного, ну не просто, а кукольного, то тут у нас многоуровневый. Так, надрезаем, смотрим. О, вот это силиконовая уже кисть. Да, нет. А это силиконовая. Почему ты фокус не фокусируешься на щетке? Вот какая она, видите? Она такая вот пучками. Видите? Как матрешечка. Тоже много туши выдает. Тоже очень густая. Вообще, мне кажется, тут, скорее всего, один и тот же продукт внутри, просто разные кисти, и, соответственно, будет разное нанесение. Много туши выдает. Ну, густота, не то, что густая, а мне вот прям такое нравится. Вот мне такое нравится, вот среднее. Не то, что она пришла там сухая, не то, что она пришла какая-то жидкая, это значит, она ничего не сделает, а вот прям то, что нужно. Ну, кстати, у нас на донышке артикул есть. Так, на этом все, моя хорошая, еще у нас с вами вот такой вот каталог пришел. 9-й уже, ссылочка для регистрации, как всегда, под роликом. Подарки сейчас шикарнейшие.
В 9-м будут капсулы и кондиционер-концентрат. Прям вот супер-супер, всегда надо, всегда всем пригодится. Поэтому еще что, проходите. Смотрите, знакомьтесь или пишите в личку. Всегда мои контакты все есть под роликом. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.